Так, Евросоюз создал гражданскую миссию в Армении. Это вы знаете, да? Миссия утверждена на 2 года. Что принесет Армении деятельность этой миссии, Рафаэль? То же самое, что в свое время она принесла Грузии, отторжение территории. То же самое, что это принесло в Северной Африке под руководством Франции. Политически это все очень красиво выглядит. Реальной помощи, реальных шагов там никогда не было и не будет.